Тут тоже все плохо? Возможно. Большая. Сильная гравитация. Этот автопилот сломанный. Гравитация сильная, силиката и магний. Ну, только разве что из-за силикатов спускаться, конечно. Не знаю. Надо это заменить, кстати, у нас. Со сломанной рукой ты, наверное, не особо управляешь. Я думаю, это без разницы совсем. Мне кажется, все эти вот болячки не влияют конкретно там на посадку там, или еще на что-то. Просто как пунктик. Ну, вообще влияет немножко. У меня, допустим, у Кирстен, когда было что-то... Или не у Кирстен, а у кого-то там было что-то с головой, у нее вырубалось периодически управление просто на корабле, на челноке. Так что... Есть смысл спускаться? Да, мне кажется, есть, потому что нам силикаты нужны для прыжка в любом случае. Ну, полетели. Тормозим сразу. О, в конце прям карта, смотри. О, я смог. Почти. Не знаю, стоит ли оно того. Попробуем. А, это у нас металл. Все, не буду рисковать. Ух ты. Ага. Ну! Все. Под завязку. Нам бы сканер, конечно, починить, но тратить на него сотенку. Ну, оно того стоит, конечно. Мы не знаем даже, насколько все плохо на планете. Срочно врача мне, я не могу так работать. Полетели. Прыгаем, да. Куда он у нас сейчас там, интересно? Туда сейчас куда-нибудь запузырит. Туда, куда не нужно. Я вообще хочу к Уолфаксам, к этим. Отдать им этого, которого мы возим уже с собой сколько-то. И через их врата перейти дальше. Да. Там поближе получается. Направо. О, куда надо. Разве? По-моему, куда надо, да. По-моему, да. Не видят. Не видят, зато... А, там все красно, и все к нам. Да? Нет? А, нет, блин, я напугался. Мы смотри, где начали-то, внизу в самом. Ага. Сейчас попробую на скорости, короче, туда. Не, насчет скорости не знаю. Потому что они в любом случае перехватят. Я думаю, она не поможет, а вот... Будут ли они нападать сейчас, это вот вопрос. О, пропали куда-то. Давай, это наш шанс. Сейчас расстрелять. Давай. А, перехват, зараза. Ну что ты сразу? Ну зачем? Ну не надо. Ну. Он драться сразу решил. О, смотри, поговорить можно. У вас чести нет, одна лишь подлость. Готовьтесь. Почему? Предстать перед богами. Мы хорошие. Давай еще раз попробуем. Да я сейчас сдохну и попробую. Да офигеть, можно просто. Класс.
Причина — корабль взорвался. По-моему, другая причина. Ну да. А все откатывает полностью, да? Что до было? Конца, а, да. Слушай, он теперь нам навстречу пошел. Хоть бы не к нам, хоть бы не к нам. Хоть бы не к нам. Там беленький кто-то даже есть, да, среди них. Ага. Но это не он, это просто другая раса. Глупт. А, предприниматель, понятно. Смотри, не стал трогать. Почему-то. Они нас, к сожалению, могут даже не принять просто. Могут. Блин, сейчас опять перехватят. Нет, смотри-ка, они перехватили. Не подходите ближе, псы. Запрещена стыковка. Прочь с наших глаз. Не то по всей системе мы пепел судна вашего развеем. Что? Пушек нет у нас? Ну ладно, тогда прочь с наших глаз, покуда рыцарей на помощь не позвали. Выгнал, что ли? Ну да. Ну что такое-то? Вообще на контакт не хотят идти. Вот же гаденыш, да? Ну да. Топ... У них вообще мирные какие-то есть жители? Топливо только пожгли зря. Это я с ним. А. На опережение решил сходить. В тяжком преступлении жезл Корнеоловы у регента похищен. Коли не причастны вы, пройдите испытание и докажите всему миру, что невинны. Но коли откажетесь, то понесете так на... Так мы ничего не похищали. За тяжкие грехи, что совершили. Зонт инквизитора. Ну, это у нас шанс. Давай попробуем. Пыток. Кого пытать-то будут? Тебя. Вы ответьте, кто из вас предстанет перед огнем, что обращает в пепел всякие уловки. Кого посадим пытать? Наверное, ожоги какие-нибудь получит. Наверное, инженера. У нее меньше всего может, Бенуа отдадим? Давай Бенуа отдадим. Но у него две поломки. Нельзя. А вдруг ему там мозг вывернут еще? Ну да, могут. А с другой стороны, ну ладно, я не знаю. Ладно, давай, инженера. Да нифига себе. Это как вообще? Я нет, такие мне это моменты, не нравится. Эту игру не понимаю совершенно. Елена, Даниэля. Что это вообще было только что? Ну, нас просто взяли и убили. Ой. Вы вообще по-нормальному можете общаться? Я просто улетаю, короче. Ну их нафиг. Ага, сейчас улетишь от них просто так. Конечно. Ну что, сразу драться, что ли? Да. Что мы вам сделали? Да. Ну, пусть убивают тогда, начнем заново. И вообще в их сторону не полетим. А как нам прыгать? А ну хотя они нам просто дадут прыгать, если никто не остановит, и все. Ну да. Ладно, умираем. Раз с ними вообще бесполезно общаться. Может, надо было пострелять в этот большой кораблик? Вдруг он слабенький на самом деле? Да, конечно. Нет, ну ты мог бы пострелять? Может, тебе так легче помирать было бы? Нет, не легче.
Ну, полетели тогда сразу отсюда. Что нам прыгаем. Делать? Вообще нечего. Раз они такие агрессивные. Очень надеюсь, что мы найдем тогда черный рынок этих. Как их там зовут-то забыл. И... Всех продадим. Продадим рабство. Всех этих рабов, да. На мясо. Куда ты нас потащил опять? Ой. Опять их датчики тут ничего не видят. Что у нас тут? Фосфаты, карбонаты. Зачем вы мне об этом сейчас пишете? Там заправить надо этот. А ты кто? Торговец. Может, раба купит? И они нас еще будут разыскивать, наверное, тогда. Не нужно. Я продал. Люди, не хотите ли выгодно вложить деньги? Такой шанс бывает только раз в жизни. И нет, не нужно так подозрительно смотреть на меня своими маленькими глазками. Сомнения отбросьте в сторону, ведь у меня есть изобретение, перед которым не сможет стоять никто. Не одолжите ли вы немного кредитов для запуска производства? Клянусь, вы удвоите, нет, утроите ваше вложение, гарантирую. Фиг их знает. Но можно попробовать. Можно попробовать, наверное, потому что... Удвоите, утроите. Удестерите. 180 монет. Ага. Ты много вот этим, которые вот в двери ходят стучаться. Удвоите, утроите. Ну, они торговые, понимаешь? Им же, по идее, невыгодно обманывать. И так далее. Они за репутацию очень пекутся. Давай попробуем, что? Мы же богаты. Ну как богаты? Нам улететь отсюда надо будет, но мы с этим все равно не улетим, похоже. Правда? Это было проще, но чем обычно. Я тебе говорю, разводка. Да, проницательные люди, вы еще увидите, точно вам говорю. Я еще вернусь, когда мы все будем богаты. Да разводка, тебе говорят. Ну, возможно. И что делать? Ничего. Не надо было ему деньги отдавать никакие. Ну, квест, кстати, запустили. О вложении денег. То есть все-таки что-то случится, возможно. И сразу может, прыгнул. Может, труп его найдем. А что это там наверху? Планета газовая, да? Нет, не газовая. Это звезда какая-то. Да. Ага. Зеленая планета какая-то. Давай-ка туда. А сюда не будем? Что у нас? Будем, в принципе. Заправь. Кого? Прыжки. А то просто будет постоянно напоминать о том, что у тебя... Обжигающее. Пусто. Не пойдем мы сюда. А у меня это, починка корпуса еще есть? Нет. Потратили мы ее, да? Да, тратили. Плохая идея. Ага. Температура обжигающая. Да. А у нас этот вообще сломан сейчас, так что... Да. Нельзя. Карбонаты. Карбонаты, блин. Ну, карбонаты, блин, да. Мы спускались же на такую уже. Ну, продажок кто-то получил. Ну да. Нет, а один раз мы спускались, никто ничего не получил. У нас защита уже была на тот момент. Нет, не было. Странно, не помню такого. Бенуа спускался. Точно было, точно. Ух ты. Это их планета, что ли? Или нет? Не знаю, сейчас посмотрим. Собирать здесь явно ничего нельзя, похоже, будет. Типа поверхности водная, гравитация сильная. Ну, гравитация сильная. Остальное непонятно. Переживем. Там только газ, что ли? Кого послать? Археолог. Давай Шивона. Да. Да. О, Кветхест. Блин, ладно. Давай попробуем по-быстрому. А, там еще минералы есть. Но мы с ночной стороны. Мне это не нравится. Чего тебе не нравится? Все хорошо. О, руины. Это может быть не руины, это может быть живое кто-то. А, слушай, надо проверить сначала тогда. Да.
ссориться лишний раз не хочется. Ну, вроде не город же. Так, биотоп. Визор запотевает. Я в самом сердце джунглей. Повсюду лианы, и они пытаются разорвать мой скафандр. Какие? Здесь есть растения, напоминающие венерины мухоловки. И всякое норовит схватить меня, когда я подхожу слишком близко, даже если оно едва дотягивает по размерам до жука. Через проклятый визор ни черта не видно. Опасно. Опасно. Ну, давай смотреть. Вижу крайне необычное растение. Сканер идентифицирует его как Марсилия каролинская. А у нас было, было такое. Что-то такое. Давай, да. Забирай до полетели. Так, топливо, наверное, тоже надо собрать, да? Ну, да. Водород, правда, этот дурацкий. Водород тут, да? Да. Ладно, не буду рисковать больше. Ой. Придется тратить топливо на сбор. Ну да. Что давай как? Штучку. Штучку да, есть. Ну, могло быть хуже. Могло быть хуже, да. Топливо пожгли, правда. Но у нас канистра есть. У нас есть водород, в принципе, немножко. Фосфаты. Заправить, может быть, или не заправлять. А вдруг на какую станцию вылетим в итоге? Да смысл пока заправлять-то? Ну да. Чего? Ладно. Чего ты там говоришь? Не знаю. Итальянский, что ли, или испанский? Ну что-то такое, да. Аминь? Прости. У нас тут газовый только остался. Ну, да газовый, ну и нафиг. Прыгаем, прыгаем. Мы не сможем просто посмотреть, насколько она опасная. Не, ну они нам должны нехило заплатить, если мы найдем. Куда? Нашел лабораторию. Так, там какие-то красные. Красные, да. Разворачиваемся резко и летим. И он за нами. А? Нет, не за нами. Нет, не за нами. На планетку. Не будем сейчас. Сразу сюда. Ай, нет, только не надо. Это эти агрессивные. Большой, зараза. У нас королевская особь. На борту, вы что творите? Конечно. Королевская. Ух ты. Да офигеть. Они не убиваются, что ли? О, их надо всех выносить вот так вот потихоньку. Так они не выносятся. Или нет, они не выносятся. Да подожди, в смысле не выносятся? Может, выносятся? А, смотри, выносятся. У них дальность, смотри, ограничена. Да, 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 да.
Давай еще влетим. По краю осторожно. Потому что входа пока не видно. Вход будет снизу, вот здесь. Вот. Ага, ага. Вот она, стрелялка. Да. И еще есть, смотри, аккуратненько. Ждем. Я это сделаю очень медленно. Эй-эй. Так, отъедем. Не видно нифига. Так, врагов больше нет, да? Угу. Ну, вроде как. Ой. Новая раса. Покидает корабль Меркл Стражник. Молчать, холопы. Решение должен принимать тот, кто наделен этой привилегией по праву рождения. Но вы неплохо справились. Довезли меня сюда. Подождем, пока кшары уснут. Это даст нам стратегическое преимущество. Ладно, мне уже скучно. Ты человек с лицом. Ты забыл человек твое имя. С лицом. Ну, ты человек с лицом. Забыл твое имя. Молчи, мне не важно. Пойдешь вперед, как мой щит. А я буду оружием. Да офигеть. Предательство — это не лаборатория, а подлинная бойня. Десятки моих возлюбленных принцев и королей. Кто-то вскрыл им черепа и начинил мозги электродами. Все мертвы. О, горе! Но что это за предмет? Неужели сии мерзкие кшары измыслили способ исказить нашу природную харизму? Нет, сие решительно невозможно уничтожить. Смотри, они у них вон правда лежат. Ну да. Почему вы не уничтожите это? Не смейте говорить, что снюхались с этими кшарами. Ваш король повелевает уничтожить это устройство. Немедленно, вам хватает наглости не подчиняться приказам? Излучение этого устройства, оно искажает сознание. Тогда обещаю награду, великую награду для тех, кто не оставит своего повелителя в трудный момент. Уничтожь это мерзкое приспособление, человек. Я сделал бы это сам, но не могу дотянуться. Вопрос, кому помочь? Кому помочь? Не знаю. Кшары. Какие-то. Меркл на нас очень сильно обидится и денег не заплатит. Ну, что да. Сделают кшары, я не знаю, но мне интересно с ними пообщаться, потому что Меркл эти надоели. В принципе, у нас сейчас с ними дел особо больше нет. Мы можем попробовать с кшарами пообщаться. Не, у нас есть задание, висит на сбор ингредиентов. Но оно еще неизвестно, когда выполнится. Не знаю. Давай к шарам поможем. Меркл надоели. Ну, в конце концов, если что, сейчас взорвемся и начнем заново. Предательство, злодейство. Сражу тебя за вероломство. Ух, отпусти меня, поставь на землю. Что ты? Нет, ты не посмеешь запихнуть своего владыку в мусоропровод. Ты прекрати немедленно, заплатишь же ты за сие бесчинство. Ты пожалеешь об этом... Против инопланетян с пси-способностями. Пси-блокатор. И что это дает? Не знаю. Вы утратили наше уважение. Особо приближенный ваш статус. Смотри, все не так плохо. Дрек-краб покидает. Ну подождите, я хотел же пообщаться с ними попробовать. Нельзя, что ли? Нет. Ну, блин. То есть мы даже не сможем ничего подзаработать тут. Именно. Тогда не знаю, насколько нам нужен этот пси-блокатор. Вообще не нужен, потому что мы не знаем, зачем он.
Ну, мы не настолько плохо с ними, как бы, смотри, особо приближенные остались. Так что можно, в принципе, так пока оставить. А если я сейчас вылечу и залечу обратно? Я думаю, ничего не изменится. Можешь попробовать, конечно. Но в любом случае, пока вылетаем. Тут эти же летают, пушечки. Ну да. А, не успел, не успел. Гад такой. Что такое? Да не, не работает. Да. Так, нам надо как-то вылетать тогда с этой стороны. И сразу стартовать, да? Да. А чего так плохо запускается-то? Как будто мы в бою. А там какой-то неопознанный был. Странно. Не знаю, он за нами летел. Да-да-да. Ну так. Что делать? Вот здесь в теории можно попробовать найти работу, а вот здесь мы можем полететь дальше попробовать. Но там ближе. За 300, да, нас отправят куда надо, в принципе. Тут явно ближе, конечно. Ну да, тут дополнительный прыжок получается. Нужен. Кстати, да, надо посмотреть. Здесь, в принципе, все хорошо, вот кроме... А, это белый карлик. Здесь пульсар. Но нам сюда и не надо. Нам, скорее всего, вот где-нибудь вот сюда врата, наверное, будут. А здесь... Желтые, желтые, желтые. Скорее всего, здесь врата будут, наверное, туда. Или вот тут. Ну, или вот где-то тут. Вот отсюда вряд ли. Вроде как. А, слушай, отсюда вот туда, вот сюда, наверное, вообще не будет врат. Да, тут дополнительный прыжок. Поэтому нам нужно наверх, скорее всего. Давай к глукам тогда, попробуем у них подработать. Давай. Ой, там минералов столько внизу. Где? Ну здесь? Вот как раз, смотри. Ну да. Починиться бы еще, конечно, но я не уверен. Да денег нифига нет. О, радиометр какой-то теперь сломался еще. Еще этому предпринимателю Нимбек и квест у него какой-то. Че, неужели подзаработал? Вот не очень хорошее место, где вы начали. Да, не очень хорошее. Вы заслужили наше уважение, покровитель ваш статус. Предприниматель Нимбек. Люди, славные, щедрые люди. Ваш покорный слуга обещал, что вы разбогатеете. И вот все исполнилось. Ваша инвестиция окупится втройне. Нет, больше. А еще говорят, что нельзя доверять глуктам. Ха, ох уж эти пришельцы. 560! Спасибо. Спасибо. Довольны. Ну все, сейчас починимся. Ах ты, елки с палками. Не самое подходящее место, конечно. О, да. Да вы издеваетесь. Да отвяжитесь вы уже. Хорошо стреляют. Да. Ну, корпус-то мы починим за сколько там? За сотню? Вот сюда бы спрятаться, но хотя... Блин, вот они нас замучили уже просто, вот замучили. Да. В чем там они нас обвиняли? Какой-то скипетр украли? Да фигня это все, им бы просто в чем-нибудь обвинить. Ну, вообще мы газ у них собрали, поэтому они нас обиделись. Я не думаю, что в этом проблема все-таки. Да? Да. Но ты же проверял, то есть портятся отношения, если с планеты собираешь. Ну, портятся, но...
Бабамс. Шарахнулся так. Аж загорелся. Ну да. Ну и где? Осторожно. Медь. Замечательно. Вообще ни о чем. Может, сейчас хоть парочку золота найдем? Ну и где? Алло. Ай, 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 ай. Это что было? Странно. Как будто призрак какой-то там на метеорите. Ой-ой-ой. На астероиде. Да не, просто. Где-то рядом уже. Как-то первый раз так далеко раскидано. Он еще и такой буйный. Да не-не-не, нормально. Две чего-то. Железо. Да, столько топлива пожгли. Вот. Куда нам там вылетать-то надо? Налево, направо, не помню. Я не помню тоже. Мы сейчас как, сразу летим? Наверное, сразу. А что у нас тут? О! Почему ты не знакомый? Да. Роксат. А, тьфу, блин. Надо было сразу лететь. Большой. Он сейчас кучу денег запросит. Да. Уходим, уходим, уходим. Может лететь их очень много просто. Они меня будут... Так они мне по щиту попадают, а так они у меня будут сносить ХП. Так что сейчас посносим их, наверное. Они, кстати, меня не могут щит пробить, я смотрю. Валим. Странно, не выпускает больше. Ну да. Но он выпустит в любом случае. Нет, 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 нет. Еще один летит к нам. Да какого фига? Ну улетел же уже почти. То этих оружие посильнее. Да. Ого, да, они зараза. Сносят. Прям вот. Очень больно, даже через щит. Нет, они по щиту. В смысле, пробивают щит просто. Быстро очень, да? Да. Когда щит не пробит, он такой искрит, как бы. А когда щит пробит, они уже взрывают. Этот подбирается там еще. Ого. Ну да, ладно, надо. А-а-а! Не трогайте нас, отстаньте. Прыгаем. Да пофигу куда. Просто.
Там кто-то на нас... Ну давай. Долго так что-то. А нам сейчас еще во вражескую территорию опять прыгать сюда. Да. А нам база нужна была их. Почему их база нужна? Вот этих торговцев, нет? Там не было базы? Там не было базы, точно. Нет, не было базы. Ну давай прыгай. У нас выбора-то нет, надо починиться. Да. Что плохо, мы у этих даже заправиться не сможем. Они же нас сразу погоняют. Да, зелень заправляю. Там... Астероидные поля полетим? Да. Там кто-то за нами. А, нет, не за нами. Пока не за нами. Да. Противно это. Там еще красный какой-то. Второй. Угу. И еще красный. Так, мне надо вверх будет вылетать. И справа причем где-нибудь. Ух ты, как у вас тут все агрессивно. Наверное, левый надо взять. Да, тоже так смотрю. Вот он. Золото, пожалуйста. Платину. А платина золото равноценно, да? Получается, ага. Золото, пожалуйста. Отлично, спасибо. И вот еще можно тоже золото или платина. Штучки 3. В самый раз будет. Силикат. Силикат, ну ладно. Давай-ка сразу починим. Чего ты, блин? Два раза пытался. Трушу немножко. Так, резко разгоняемся. Ну, он вроде за тобой не едет. Но вот со станции могут вылететь. А, вон, смотри, с планеты поднялся. Да, да. Может, дадут заправиться? Презренные, ничтожные людишки, платите за проход и убирайтесь прочь. 300? Да. Нет. Короче, у них все во всем виноваты. Ну да. Всегда. Да. Ну ладно, надеюсь, там будет подружелюбнее народ. Хотя, учитывая, что их портал туда, то, возможно, и они там же опять будут. Утечка в камере сгорания. Шикарно!